Всем привет! Всем привет! Мы сегодня будем бобибонов сейчас. Играть будем с бобибончиками, да, мам? Да. Да, и сейчас мы их будем с Алиночкой кормить. Да. Так, давай посмотрим, что у нас тут есть. Давай, вот у нас есть корзиночка вот с продуктами и фруктами. Вот это и вот. Да. Смотри, так как у нас девочки маленькие, что мы им можем из фруктов дать? Не знаю. Апельсинку вот эту. Это лимон, лимон. Лимон. Не апельсинку. Смотри, они же совсем еще маленькие лялечки. Давай, может, мы им сделаем пюрешку? Например, вот из груши. Грушевую пюрешку сделаем? И из морковки можно, да. Давай, мы возьмем какие-нибудь продукты, фрукты. У меня есть кастрюлька. Да, давай морковочку им тогда отварим. Сделаем морковную пюрешечку. Так. Нет, вместе-то мы не будем яблоко же варить. Ой, будешь чего? Вместе варить? Да, чего-то не хватает. Чего нам не хватает? Кукурузка. И кукурузка туда. И бананчик. И бананчик тоже будем варить? Кукурузки там вода же. Водичка, да, водяная у нас кукурузка, да? Да, надо. Давай в раковину маленечко. Ну как же там дырка поедет? Как вода там через дырочку? Ой, здесь. Осторожненько. Много. Ой! Ой, что там, разлилось? Ты осторожно, не брызгайся. Ну все, ладно, хватит. Давай, ложи. Банан-то уж не будем варить. Зачем нам вареные бананы? Так. В духовку, да, будем ставить? Да. Так, так, ставим в духовку. Все, будем запекать мы овощи и фрукты, да? У нас будут запеченные овощи и фрукты. Девочки, вы любите овощи и фрукты запеченные? Да, да, конечно, любим. Очень-очень мы любим. Ну все, девочки любят фрукты с овощами. Так, а пока наши овощи с фруктами готовятся в духовочке, мы поставим чайник, да? Давай, так. Пока ручки помыть, там же будут микробы. О, конечно, ручки. Ручки обязательно нужно мыть. Давай. Такие страшные микробы, бейте. Страшные? Ой-ой-ой, как страшно. Ничего себе. Так, ну давай. Тарелочки пока уберем. Ты пока помоешь. Так, и водичку-то включай. Ты ручки-то помыла? Ты же только намылила, а водой-то? Куколку надо помыть. А, ты хочешь девочкам ручки помыть? Конечно. Сначала ручки Машеньки, по-моему, хорошенечко, да? Вот какая Алиночка заботливая девочка. Кукла, это сейчас упадет? Не упадет, придерживая ее вот так вот. Так. И теперь Дашеньки, да? Хорошенечко моем ручки. Молодец. Вот так вот она моет ручки, наша Машенька. Вот какая умница, да? Хорошая девочка. Так, теперь споласкиваем мыло. Все, так, давай теперь Дашеньку. Какие чистые ручки. Да, чистые ручки у девочки. Давай мы ее сюда посадим.
теперь Дашу. Ой, какая она большая, я не могу ее поднять. Большая она, да? Да. Маленькая девочка такая. А она маленькая уже. Машенька маленькая, Дашенька большая такая. Она уже становится маленькой, малюсенькой девочкой. Ну, скоро она подрастет и тоже будет большая девочка, как Даша вырастет. А Даша вырастет тоже большой. Так, моем ручки Даши. Вот молодец какая Даша. Ручки помыла. Какие у тебя хорошие девочки, Алина. Такие умницы. И споласкиваем мыло. Все, молодцы. Все, пирожки готовы. Да, пирожки готовы. Давай будем их рисовать. Так, девочек. Достаем пирожки наши. Ой, горячие, ставь себе осторожно, не обожгись. Ставь их сюда на стол. Не обожглась я уже, горячая. Не обожглась, ну хорошо. Горячая, просто холодненькая, ну хорошо. Девочки, вы будете холодно. Ну оно же горяченькое, оно же только что приготовилось. Давай тарелочки, ты им раскладывай. Дашеньке кукурузу, да? А Машеньке морковочку. Полезный у них будет завтрак, чтобы девочки наши росли здоровыми. Так, чаечек попить. Какие хорошо кушают, да, они? Счастливо. Счастливо, молодец, Машенька. Большая девочка вырастет. Так, теперь Дашеньку. И Дашенька тоже у нас вырастет, большая девочка, да? Красавица и умница. Так, и Дашенька все у нас скушала. Так, и теперь попить ей, да, чаечек? Все попила, да? Ну все, пора девочки спать. Так, все, нашим деткам пора спать. Они уже устали, у нас долго с утра играли. Давай подготовим им кроватку. Мы подготовили люлечку для наших девочек. Алиночка сейчас их будет укладывать. Держи Машеньку. Давай, укладывай ее. Сюда вот на подушечку, вот сюда вот головой, вот. Мы постелили постельку, у них вот такие вот замечательные ежики тут нарисованы. Так, и Дашеньку.
Машенька уже закрывает глазки, маленькая девочка, она уже спать хочет. Закрывает глазки. Ну, сейчас ты ее покачаешь, и она тоже заснет. Так, и Дашеньку укладываем спать. Вот они как раз здесь поместились. Смотри, Люлечка, как раз им подходит, да? Одеялком давай их закроем, чтобы мне было холодно. Ну все, девочки наши готовы. Мы их уложили спать, укрыли одеялочком. Они теперь будут спать, да? Так нога качает. Нога качает? Да. Вот как хорошо они сейчас уснут. Ты споешь им колыбельную песенку? Хорошо, деточки наши уснули, да? Лен, ты тоже засыпаешь? Ой, смотри, а Дашенька-то наша не спит. Машенька уже спит, а Машенька все не спит. Не спится ей что-то. Видимо. И Алиночка тоже с ними вместе спит. Алина, ты тоже спишь? Может, вместе рядом с ними ляжешь поспать? Ладно. Да ты не поместишься туда, Алина. Ты же маленькая девочка. Ну все, детки наши заснули. Все, пусть они спят. А мы пока с тобой пойдем. Ой, девочки, мы уже поснулись. Ой, точно, смотри, деточки-то у наши уже встали, сидят, играются, какие молодцы, самостоятельные, да, девочки? Ну все, мы тогда будем собираться с ними на прогулку, да? Да, я с этим пойду. В этом пальчике пойдешь? Да. Ты в нем такая красавица, да? Да. Ну все, хорошо, будем тогда собираться, а ребяткам скажем пока-пока. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал и ставьте нам лайки. Ставьте нам лайки и подпускайте на видео. Пока-пока! Всем пока!